Прикольно, что у Кунгура мини-жопа на лбу. По идее, брови образуют ноги. Что это за слово? Шайшин это слово. Не, вы только взгляните на этого хитрого унтерменшка. И в тексте был довольно подробный обзор на... Обзор на... Хуй ты пошел, Швайн! Пригодится? На кой хер нам... Чат, по-моему, хором за сексуальную привлекательность. Все мы знаем, какой рут хочет аудитория. Поэтому здесь только сексуальная привлекательность. Выберите пол. Так. Андрогин, бигендер, трансгендер... Окей-докей, смоки. The Oscar goes to... Стоп-гейт. Кортес. Короче, Кортес, судя по всему. Привет. Они ответили мне нестройным мычанием и рыком. Но в конце концов меня скрутили и бросили в огромную бочку. Они планомерно стали сливать в бочку все нечистоты, что были на корабле. В итоге я надышался говном и умер. Конец. Слушайте, ну я думал, это стоит дольше будет идти. Спасибо всем. А почему умер-то? Потому что это типа невозможно? Сексуально привлекательный Кортес, это не работает? Ханс, что за наряд? Ты как будто не знаешь, дурашка, это маскировка. Как долетел, вкусняшка? Вижу. Вижу, Глебуня тебя уже на ножки поставил. Кстати, приветик. И тебе привет, милое создание. Красивая у тебя начальница. Он просил называть его Фрэнком. Очень долго сидел в каморке, которую я ему выделил. Ел в ней, спал в ней и все остальное. Тоже в ней. Are you winning? А тебе нравятся динозавры? Запомнить это, запомнить другое. Запомнить другое? Я запомнил пароль на бессмертие в Duke Nukem 3D. Yes! Дэн Кросс. Как же на крыше пекарни хорошо. Отсюда мне видно женской бани окно. Мы продолжаем наблюдение. Оп, оп. Там же в углу белым на красном написано «Партнерская карта». Это, так сказать, рекламный материал нашего издательства. Ты нам наврал! Да нет же, все честно. На первом развороте все написано. Кто это, Антон? Мини-Макс. Мини-Макс. Я ешь, что ли? Видел влажную фантазию Фури Люба. Разрешите представиться. Перед вами эльф мяу, то есть эль мяу. И эль мяу, впредь не кричи мне так в ухо. Даже я не всегда различаю наши голоса. Это здесь как странно. Эльмяун откашлялся и повторил фразу только женским, более писклявым голосом. Почему каждый раз этот фокус нужно на мяу не показывать? За магию звуков. За магию звуков! Вандалим потихонечку. Художник так махнул своей огромной кистью, что его кончик... Ее кончик ударил меня по губам. Эй, ты что? Я взглянул на рисунок на стене. Он был не окончен, но смысл картины все равно можно было понять. Какие-то две женщины боролись на сковороде с едой. Что за больная фантазия? Что там у тебя? Поставил на нее огромный мясной куб. Оно ожило, подпрыгнуло и врезалось ему в лицо. Твою мать!
дела, все стоят на месте в ожидании Максука. Ну да, гуру наш, хоть великий мяугуч, но пунктуальностью не славен. Он как-то обещал нам рассказать одну увлекательную историю про каких-то убийц. Так уже несколько лет мяунуло. Да кому ты нужен, кроме меня? Вообще-то у меня есть девушка. Откуда это? Почему я не знаю? Личная жизнь, блин. Я не обязан отчитываться. Ага, только если из-за твоей личной жизни мой Флинт Ченза опять покраснеет. Если что, то и Уэскер тогда пострадал не меньше. Серьезно, сейчас прошли на друг друга рассказывать? Технически про один, но да. Получается, когда ты будешь штопаться, то и Флинт тоже? Да ладно, я могу же не смотреть и думать о чем-нибудь другом. Зря ржешь, это твоя сестра. Чё? Что? Ты спала, мне было скучно. Она зашла в гости булочки передать. Ты ухватился не за те булочки! Внезапно в тишине раздался звук. Тонкий звук. Можешь определить откуда? Если успею поймать. Звук очень быстро идет. Поймал! Крикнул он и скрылся за краем платформы. Максука! Ты куда? Я стоял у края платформы не под... Уехал. Это ебучая веревка. Я снова падаю. Боже, что мне делать? Привет, мальчики. Я Артур, а ведь... В смысле, Лемур Давидса. То есть, Даур Давидсбард... Наполняю это заведение звуками чудесной музыки. А, так это ваше забывание под лютню я слышала на входе. Ядерной бомбы, пока ты сидел в холодильнике, терял топы. А сейчас ты всего лишь субтильный коллега, ведь ты наступил на Лего. И давно в этих краях? Не сказала бы, я здесь проездом, ищу приключения на свой острый меч. А реально, у Даура в этой сцене лютня выросла, да? При виде эльфийки-то. Чтобы прославиться, вам обязательно нужен личный бард. Я очень скрупулезно подхожу к своим балладам и стараюсь передать всю суть. Настолько скрупулезно, что балладу о четырех героях ты до сих пор не сложил? Блин, написал эту строчку год назад, до сих пор актуальна, господи. Она будет актуальна всегда, Антон. Так где нам патроны искать, Чипщина? Я так и понял. Буду звать тебя... Стрелок. Женя Галуза все это время сидел у нас в чате. Выложился на полный.